Это удивительно. Это удивительно, господа. Это производство от Домино. Алло. Салам алейкум. Опять стрим? Да. Да? Серьезно, у тебя сейчас стрим? Да. Сейчас я чекну. Мне кажется, что... Ты пиздишь. Слышишь, а ты повзрослел. Как там твой сынок, кстати? Уже вырос, ебать, ходит в школу. Киря меньше матов, хрэ материться. Ты чего к нему приебались? Натуре, ебаный в рот, нахуй, сука, ебаный в рот. Привет, Тимоха пошел вон отсюда. Слышите, я пойду отсюда. Давайте пока тушим, погодите все. Кто хочет мне на рельс скинуться, кого диктировать? Вообще заебись будет. Походу из двоих вас, теперь остался только я самым богатым. Самый богатый? Это ненадолго, я Иванову передам, что ты Тимохе денег дала. Сейчас кого-то забаню на стриме, блядь. Сейчас. Тимоха пошел отсюда, тут топ-контент. Понятно, топ-контент, я ж сюда пришел. Вообще-то я тебя сюда добавил, а не ты сюда пришел. Подожди, Иван. Блять, я вообще не туда поехал, сука. Блять, я обратно не туда еду, ебаные карты, сука, попридумаю всякую хуйню. Как там Давидыч говорил? От души люблю вас, братья. Да, в итоге его посадили. Тимоха, жди. А, ты же в мусарке работаешь, все нормально. Я в мусарке, он, бля, не пали контору. Он мусор, ебать. Фартумастер уебли. Какие фартумастер уебли? Я тебя быстро шелковым сделаю. Ты теперь с этими словами аккуратнее, фартумастер уебу. Я он боди скинул фотку с наручниками, там арестую. Так что, Кирилл, я... Тут же ты своей девушкой там шалишь ночью, это ничего не значит. Еще раз. То, что ты со своей девушкой ночью с наручниками шалишь, это ничего не значит, что ты там опасный. Кто вам это рассказал вообще? Бодя, ты? Шахе, там иди ко мне, малышка, да? Чисто, ебать, крузики привязал. Ты сейчас слушаешь, знаешь? По правдой. Это вообще кто, мне интересно? Здорово. И про Эку ты кажешь, с кем он развлекается. Ну, это хорошо, что развлекается хотя бы. Если бы. Тимоха, ебать, что за дела, блин? Чему я тебя учил все эти года? 3 года в бурсе учился, ебать. Чему ты я тебя учил? Не могу зайти. Ладно. А там, блядь, одна порнуха, да? Не, сейчас я перейду, посмотрю, какая у тебя будет веселая ночь. 16 подписчиков. Ебать. А, ну я понял. Да? Да все это услышали, еще услышал от всего человека. Мы тут поживем, вы не против? Не против, я сам сейчас пожру. Кирилл, кстати, как у тебя погода в городе? Да хуёвая. Минус 30. Да, ну только в одном городе, блядь, это так, без права. Не да, поли в одном городе живем. Почти на одном районе, ну да это все хуйня. Это реально, ебать. Тимоха, пусть она вместо тебя ролики снимает. Подпишись на мою официальную группу ВКонтакте, ссылочка в описании по данному видеоролику. Подпишись на мой Инстаграм, ссылочка тоже в описании по данным видеороликам. Обязательно подпишись на мой Твиттер, добавь меня в друзья в Одноклассниках, также подпишись на меня в Фейсбуке.